Здесь я хочу рассказать о своем самом любимом творении. Это кухонная плита, в которой вы можете заметить сочетание всех материалов. Это медь, бронза и латунь. Также здесь сделано очень много медных клепок для соединения этих металлов. За основу в этом изделии была взята стандартная духовка и варочная поверхность. Я сделал специальные места для того, чтобы было хозяйке удобнее работать. Также здесь расположены рилинги для кухонной утвари. И она стоит на литых бронзовых ножках. В чем ее сейчас отличие? В том, что она сейчас открывается не как стандартная духовка, а как печь-камин. Далее я сделал смотровое окошко со специальным засовом. Вы можете даже услышать колоритное лязгание.